Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и дождались финала Гран-при. Серия пролетела как одно мгновение. И впереди у нас соревнования в Токио, где вместе в едином порыве сойдутся финалисты юниорской и взрослой серии Гран-при. Я думаю, вы уже хорошо ознакомились с сегодняшним расписанием. Тем не менее, оглашу его для вас. Впереди у нас соревнования юниорских пар и мужчин. И это будет короткая программа. А затем пары взрослые и танцевальные дуэты также взрослые исполнят свои короткую программу и оригинальный танец. И все это сегодня в прямом эфире телекомпании НТВ+, которая, как всегда, финал Гран-при, вообще весь Гран-при, показывает от начала до конца и получает от этого немыслимое удовольствие. У нас на юниорской серии Гран-при огромное количество участников, что в парах, что в одиночном катании, что в танцах. Везде у нас есть свои представители, свои спортсмены. Поэтому, если кто-то озабочен национальной идеей, то вы, безусловно, получите возможность и поболеть, и попереживать. Ну, а список участников на первый вид программы, который начинается в считанные секунды, следующие. Ксения Столбова и Федор Климов из России. Александр Васильев и Юрий Шевчук, также Россия. Бритни Симпсон и Натан Миллер из Соединенных Штатов Америки. Татьяна Новик и Михаил Кузнецов, Россия, как вы догадались. Далее китайская пара, и это уже будет вторая разминка. Жан Ю, Ван Лей